КВН Санкт-Петербург. Добрый вечер! Повальное увлечение зодиаком приводит к тому, что звезды начинают говорить. И сегодня мы узнаем, что же говорят наши звезды. А у нас пришло сообщение на пейджер. Жалуется некто Валя. Прошло 23 февраля, 8 марта, а меня так никто и не поздравил. Ну и кто я после этого? А после этого хочется сказать, чтобы не расслаблялись, потому что сейчас у нас будут звезды и кино. Наши следующие героини снимались в таких популярных фильмах, как «Ковалев, Ковалев вечно ходит без штанов» и «Скуратов не я и попа не моя». Сейчас прямо на ваших глазах они снимутся в не менее скандальном фильме, благо подходящих кандидатур в зале предостаточно. Камера готова? Девочки, снимаемся. Средних лет. Вон тот шикарен, нет, только не президент. Гляньте сюда, где ты найдешь хоть куда большую лоб, не бойся чуда. Сама нашла, куда нашла слов, как никак. Эй, ты там видел. Спасибо, девочки! Спасибо, девочки! Костя, а это, так сказать, эксклюзивчик, ну, в золотую серию там. Или если ночной эфир нечем будет заполнить. Вышла Маша на крыльцо! И поняла, что делать ей там, в принципе, нечего. А к нам на пейджер пришло еще одно сообщение. А из нашего окна... Площадь Красная видна. Борис Николаевич, у вас импичмент на носу, в окошко смотрите. Давайте уж на сцену. У меня уже второй срок. И, возможно, у меня совести нет. Ну, дали б мне еще пару лет, и я бы смог. За три сменить премьера и весь кабинет. Где-то далеко гудит депутат. Кандидаты спиваются в пути. Если я уйду, это навсегда. Так что просто не дайте мне уйти. А вообще я остаюсь на третий срок. Саечка за испуг. Так и заикаться можно начать. Это еще что? Вот я букву А не выговариваю. Так вот, только что сказал. Да ладно, не утешай меня. Вот мы тут стоим, улыбаемся. А где-то в Москве Долина голодает. Итак, встречайте. Ярая сторонница похудания Лариса Долина. Раньше я весила 96 килограмм. А теперь я похудела и помолодела на 40 лет. И все это благодаря штанишкам для похудания. Спасибо, Ларочка. И
заключении, нашей акции хочется заметить, никто не поможет России, кроме нас самих! Никто не поможет России. Жаль, что мы так и не узнали, что же говорят наши звезды. Да это и не главное. Важно, что говорит каждый конкретный человек. Однажды он сказал: мы начинаем КВН, но сам играть не стал. На удивление всем и в том углу.